Ну, скажем так, игра разбилась на отрезки. То есть мы забили два гола хороших, быстрых. И потом у нас наступила какая-то вальяжность или самоуспокоенность. То есть отдали инициативу сопернику, за что поплатились. Потом опять мы забиваем, выходим вперед, должны забивать четвертый. Но опять 3-1, опять успокоились. И такая игра получилась очень нервная. Хотя должна была заканчиваться гораздо раньше и в нашу пользу. А так позволили сопернику слишком много, плюс пошли ненужные стандарты. Поэтому такая получилась веселая игра. Как вы сказали, то, что отдали преимущество 2-0, 3-2 – это такой вот самый, наверное, нелюбимый счет тренеров. Считаете, что дело в психологии? Я думаю, да. В принципе, игра давалась. Даже не 3-2, а когда был 2-0 в первом тайме, тогда первый был волна эйфории, которая накрыла команду. Поэтому, ну, понятно, ребята молодые, должны учиться вести игру от начала до конца. Если она дается, то надо просто доигрывать и выжимать максимум. Команда прервала свою неприятную серию из поражений в домашних матчах. Какие слова нашли для футболистов, чтобы вот в очередном домашнем матче выйти и победить? Ну, здесь какие-то слова не надо говорить просто. Ну, здесь приходят смотреть и родители, и друзья, поэтому дома немножко надо играть с другим настроем. Рад, что сегодня получилось, прервали эту традицию, которая продолжалась 3 игры. А так они все прекрасно понимают, что домашняя игра, и здесь надо играть немножко сильнее, чем на выезде. Даник, с победой. Твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо большое за поздравления. Комментарии по игре. Было тяжеловато после того, как мы забили 2 гола, но с начала игры мы контролировали всю игру, я считаю. У Белшины, у команды не было ни одного момента, чтобы они прям провели хорошую атаку в наши ворота и так далее. После 2 забитых мячей что-то пошло не по плану, я даже не знаю что. Эти 5 стандартов около наших ворот были не по делу, и мы пропустили мяч. Но после пропущенного мяча мы собрались, дотерпели, и во втором тайме с подсказкой тренеров мы вернулись во втором тайме уже с хорошими эмоциями, с хорошей игрой, и завершили матч так, как нужно. 2-0 – самый опасный счет в футболе. Как думаешь, могло ли быть дело в психологии? Конечно, в психологии. Мы еще не такие опытные футболисты в большом футболе, чтобы держать концентрацию, держать психологию на все 90 минут, а то и больше. Поэтому игра могла пойти как в одну сторону, так и в другую. И насколько приятно прервать неприятную домашнюю серию из 3 поражений подряд? Это очень приятно. Приятно, потому что приходят на игру болельщики, и в их глазах мы как-то поднимаем им настроение, что выигрываем, показываем хорошую игру, эмоциональную игру, и это самое важное.